Конкурс «Земля талантов» проходит в нашей стране уже в 5-й раз. Но в этом году мы объединили два проекта. Это «Земля талантов» и «Солнечный круг». 2 года назад в нашем городе, в Санкт-Петербурге, в городе Герой Ленинграде, стартовал конкурс творчески одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный круг». И 2 года назад он прошел с таким размахом, с таким резонансом, что у нас просили общество инвалидов повторить еще в любом формате, только чтобы это движение не затухало и продолжалось. И к нашей радости проект «Земля талантов» принял в свою большую семью наш маленький проект «Городской солнечный круг». И сегодня мы провели это мероприятие, объединив усилия. Сегодня у нас выступали ребята в различных жанрах. Более того, было очень много заявок, которые превышали возраст 18 лет. И мы решили не отказывать никому, поэтому увеличили еще и на 1 возрастную категорию, приняв уже взрослых людей. И сегодня, конечно, это был большой праздник, праздник творчества, праздник талантов. Ребята открылись с новой стороны даже тех, кого мы уже видели. Например, Михаил Вердиш, победитель, который у нас был 2 года назад. Он принимал участие в гала-концерте «Земля талантов» в Москве, в Снегирях. Сегодня он опять пришел уже с новой авторской песней. И за свою авторскую песню он тоже получил лауреата сегодня. Нам очень приятно, что те звездочки, которые мы открывали 2 года назад, они развиваются и не просто исполняют произведения, а уже становятся авторами. И, конечно, наша задача приложить все усилия для того, чтобы таких ребят поддерживать, потому что им в жизни труднее реализовывать свои возможности. Но наша большая дружная команда со всей стороны поддержит и Михаила Вердиша, и других ребят. И, конечно же, сделает все для того, чтобы они дальше развивали свои таланты, выходили на большую сцену, создавали новые произведения. Ну, в общем-то, для этого задача этого конкурса и состоит, для того, чтобы дать возможность им реализовывать себя на самом высочайшем уровне. Yeah.
20 регионах Российской Федерации, от Калининграда до Сахалина, куда мы приглашаем творчески одаренных детей школьного возраста со всех уголков России, независимо от финансовых возможностей и социального статуса. Дорогие друзья, это несказанная радость и несказанная честь принимать сегодня участие в вашем празднике, в вашем подарке нашему городу. Земля талантов и наш город – это тоже земля огромных талантов, земля красивых, умных и бесконечно талантливых людей. Действительно, для меня это большая радость получить такой диплом. Я очень рада. Спасибо вам огромное. Конечно, нужен такой конкурс. И это развитие для детских талантов, это очень-очень необходимо. Я являюсь участником всероссийского конкурса и победителем 2017 года. Я занял первое место с песней замечательного исполнителя, это Муслима Гамаева «Синяя вечность». Видите, сегодня прошел отборочный тур региональный в Санкт-Петербурге. Вот ваши впечатления, вы, наверное, видели и всероссийский конкурс, и вот то, что, может быть, что-то определенно увидели здесь новое. Да, знаете, на самом деле вот сама атмосфера другая уже. И то самое важное чувство – это люди, потому что они стараются своим талантом, несмотря на какие-то ограничения или какие-то, может быть, проблемы со здоровьем, это нормально. И меня поражает сам факт того, что это без, ну, это безгранично, ты все равно развиваешься. И я был очень поражен людьми, которые плохо видящие или вовсе не видящие исполняли замечательные песни. Это талантливые люди. И каждый из них заслуживает отдельной огромной награды, потому что это очень важно для нас. Для нас, для людей, для всех, кто живет и радуется жизни. Потому что каждый человек должен ценить то, что имеет. И это очень важно.